так вот тупо на солнце останавливаться неохота. Хочется постоять в тенечке. Зарядку я никак не прошу. Я слышу. Нет, Кирюш. Я понаблюдаю, как ты делаешь, хорошо? Кирюш, надо не зарядку сделать, а просто размяться. Зарядку мы с тобой с утра делали. Растрескавшийся. Так, тоже следующий. Белый. Черный. На штуке, но сегодня мне жестко. Что ты делаешь, Вася? Ничего не делаю, охлаждаю руку. Просто что запах чего. Короткая остановка на отдых. Остановочка у нас километров через 100. Зачем? И потом уже до места. Размялся еще раз. Сколько там километров? Проехали? Я остался. 190 до места. Часа 45 минут. Кирилл, смотри на потолке какая штука. Смотри. Она тебе и не смотрит. Лови, лови, лови.
трасса Р-22, Каспий. Движение в сторону Волгограда. Впереди населенный пункт Новая Планика. Иди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Вы, наверное, видели, да? Как эта бочка на колесах ведет себя на дороге. Thank you.
Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. С левой стороны примерно в 2 километрах Красные Липки, населенный пункт. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. На карте ничего поблизости нету, ни слева, ни справа. Вот название населенных пунктов они не обозначают. Деревня, поселок, поселок городского типа или город, или село. Не пишут. Поэтому, чтобы быть корректным, буду просто называть населенный пункт. С левой стороны впереди населенный пункт Лог, примерно в 2 километрах от трассы. Трасса Р-22, маршрут Москва-Волгоград. Интенсивность движения слабая. Можно сказать, никакое.
Но местами дорога просто великолепная. И разметка, и полотно. Далеко справа, примерно в 5 километрах, населенный пункт Озерки или Озерки, но Озерки по всей вероятности. С ударениями нужно быть очень аккуратным, потому что однажды был случай, когда в поезде ехал, и попутчиками были женщины из Бурятии. Ну, во время движения... Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Во время, пока вот ехали вместе, очень... Я сказал им, что мне очень нравится река Селинга. Они так посмотрели на меня удивленно, а что это, где это? Я говорю, ну как где? В Бурятии, Селинга. Я говорю, там, говорит, такой реки нет. Есть река Селинга. Вот так вот. С тех пор я стараюсь не ставить ударения. С левой стороны населенный пункт Песчанка, с левой стороны, походу, с правой стороны, примерно в километре Желтохин, ближе к трассе Крапивин, ну и примерно в километрах в 3-4 Иловля, населенный пункт Иловля. В комментариях, сейчас логин не вспомню, поправили меня, поэтому я употреблять такие слова, как поселок, село, город, ну и так далее, не буду. Там, где буду, уверен, что город, буду говорить город, а все остальное постараюсь называть населенным пунктом.
часть дороги сделали, отремонтировали в отличном состоянии. Часть дороги в состоянии ремонта. Вот мне понравилась дорога в Пермском крае. Строят дорогу, но объезд дороги сделан на высшем уровне и с разметкой, и ширина. То есть магистраль строят хорошо, но и объездную дорогу сделали в очень хорошем состоянии. С правой стороны по ходу населенный пункт Краснодонский. Трасса Р-22, Москва, Волгоград, маршрут. Далеко впереди, с правой стороны, населенный пункт Качалина. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Что-то опять затихли в салоне автомобиля. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Справа по ходу, примерно в 2 километрах, Качалинская, не путать с Качалина, чуть
ранее проехали. Тоже с правой стороны, походу, был населенный пункт. С левой стороны, насколько глаз хватает, вообще пусто. Справа, примерно в 2 километрах, населенный пункт сады Придонья. Еще чуть дальше в сторону Паньшина населенные пункты. Р-22, маршрут Москва-Волгоград. До Волгограда чуть больше, ну, около 100 километров, наверное. Так, вот тут постарайтесь прочесть надпись. Написано, прочитайте сами. Кратковременная остановка. Так, мы сейчас находимся на границе Котловинское сельское поселение. То есть с правой стороны, с левой стороны Иловинский район. Поехали дальше. Мы долго будем идти. Почему? Дороже, по-моему. Это по-моему, вообще жесть.
мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. С правой стороны к трассе приближается железная дорога. Сначала на самовой, по твоему едем. Ну, вот на расстоянии примерно 200 метров. Трасса Р-22 Каспий. С правой стороны проехали населенный пункт Котлобани. Практически вплотную к дороге, к трассе. Лежит железная дорога. Проходит железная дорога. С левой стороны, примерно в 2 километрах, населенный пункт Кузьмичи. Там же областная сельскохозяйственная опытная станция. Это с левой стороны. С правой стороны... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Населенный пункт Степной. Чуть дальше Новая Надежда.
мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так, с левой стороны, походу, населенный пункт Городище. Далее населенный пункт Солнечный. Ну, километров через 7-8 жил городок. Так называется населенный пункт. Рядом с ним 7 ветров или ветров. Ну, Москва на 7 холмах, но это 7 ветров. Совсем недалеко город Волгоград, река Волга. Пригород Волгограда. Заметно, как оживилась обочина, дома. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Волгоград. Уехали. Ну вот пригород Волгограда. Немножко поедем по городу. Ну, начиная, наверное, со следующей серии. Ну, посмотрим по катушке по Волгограду. Волгоград. Как там он действует этот мой? Один раз давным-давно мы запихнули деньги. Нам выдало там что-то 2 минуты, или я уж точное время не помню, на то, чтобы облить пеной, а потом водой обмыть. Заканчивается. Впереди камера. Ограничение 60. Ну а что мне надо было? Впереди плохая дорога. Ограничение 60. Ну, информация устаревшая, как видите. Дорога вполне приличная. Да, было время, когда в Волгограде были ужасные дороги. Но сейчас более-менее... Меня, в общем, тут это похоже на водичку, но похоже на
что за город, одни пробки. Москва. Вот в Москве пробок вообще нет, Кирюш, да? Да вообще, во всем городе. Впереди камера. Ограничение 60. Чуть покажется у нас как-то не туда поехать. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Плохая дорога. Ограничение 40. Так, с левой стороны железнодорожная ветка и вокзал должен быть. Чего-то громко. О, же... опять рельсы, Кирилл. Там вот же... это для поезда уже, Кирилл. Видишь, два поезда. Вот еще квадрат. Эта дорога называется А-260. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. С левой стороны также река Волга, ну примерно. Мы едем домой. Может быть, да, около километра до Волги. Все, приехали, посмотрели, едем обратно. Впереди камера. Ограничение 60. Да мы уже в Волгограде, Кирюш. Да, следующая серия будет по катушке по Волгограду. Посещение Мамаева кургана. Полоса налево поворачивает. Я вообще не понимаю их стиль, если их стиль дорог. Просто езда по улицам. Ну такая. Ну, на этом... Заканчиваю маршрут Москва-Волгоград. Благодарю всех за внимание. Кому интересно, смотрите этот же маршрут на втором аккаунте «Видео Дорог 2» без ускорения.